предлагается, да, продолжить, в общем-то, размышления по поводу повестки следующего заседания Российского комитета рабочих и кто какой доклад может предложить сделать. Мне нравится вопрос борьба за рост производительности труда. Вот такой он параллельно идет с борьбой. Как бы. То есть его можно отдельно рассматривать, вот внесение изменений в коллективный договор или там вообще в коллективный. А как мы можем на это повлиять? Мы новые средства производства. А что, вот он не работает станок, и, например, или там что-то сломано? Надо новый станок или ремонтировать этот станок. Вот надо всем регулярно. Там с одной муфты бежит, с другой муфты бежит. Вот по идее надо как бы останавливать работу. И даже по правилам, по технике безопасности. Поднимать зарплату. Но этого станок новым не станет. А даже тут даже можно привязать должность наладчика, потому что я вот в одном месте столкнулся. Производстве, ну не производственная, а упаковочная линия, да, вот, руководство отказывалось должность внедрять наладчика оборудования, привлекали извне, и в итоге он вышел за месяц дороже, чем этот, и при этом оборудование простой, постоянный, и, соответственно, у рабочих и зарплата понижалась из-за того, что они не работали. Ну, им там урезали заработную плату и все на свете. Ну, мало того, что станки должны работать регулярно еще. Это опять перекликается с требованиями, которые будут вноситься в коллективный договор. То есть здесь цель какая? Принудить работодателя обновлять основные средства. Ну, и не увольнять сотрудника. Еще и сотрудник не сокращать штат. Хорошо, так. Сокращать надо рабочее время, понижать. Но у нас все к этому все равно будет следиться, что есть базовые идеи. Да. О чем бы ты ни говорил, у тебя все равно коллективный договор. И основные требования коллективного договора, но как бы на это можно закончить, все обсуждение. Нет, но здесь вот действительно может быть она и вопрос ушел на второй план. Потому что первым вопросом как бы условия, ну а в условиях вот уже немного сказано и о борьбе за коллективный договор. А вот все-таки чем отличает, я вам повторюсь, чем отличает, допустим, наши прогрессивные требования от других локальных нормативных актов, которые на сегодняшний день имеют те или иные предприятия. То есть об этом надо говорить. И о сокращении рабочего дня, и под разным соусом, и о достижении заработной платы, чтобы она к стоимости рабочей стремилась. Не, ну а тогда смысл-то борьбы-то в чем? То есть мы примем такой же локальный нормативный акт, ну, грубо говоря, под копирку там, который не будет этих основных моментов отражать, тогда мы чем будем отличаться от остальных? То есть сейчас многие предприятия, вот благодаря вот ролику Дмитрия Юрьевича, они, то есть коллективный договор, им не важно, есть он и есть, а нам-то важно его содержание, и мы борьбу-то выстраиваем из-за чего, то есть и привлекаем людей-то на борьбу из-за чего, чтобы это соответствовало содержанию, а не то, чтобы он был начинен, вот, как в Трудовом кодексе написано его структура, так он, это ведь начинить его плевое дело, а то, что действительно, чтобы он приносил какие-то плюшки рабочему, вот в чем наша задача. Чтобы он не пустотой был, не обычным нормативным актом, а чтобы за него действительно боролись и чтобы он принес улучшение. Здесь вот в чем, ну как бы, мы-то постоянно об этой роли говорим, коллективный договор, а не о том, что просто он должен быть коллективный договор. Ну, будет он у тебя, будет он называться коллективным, по структуре он будет полностью входить, а ничего, грубо говоря, сокровенного он тебе не принесет. А борьба-то в чем заключается? Именно за то, что вот мы прогрессивные вещи туда внедряем. Ну как вы здесь меньше, сколько мы внедряем? Поэтому это и тяжело. Да. А там что заключить? Да заключить с любыми. Заключить коллективный договор. Если вот мы только вот эти три момента уберем, и повсеместно начнут заключаться коллективные договоры. Потому что воды туда налить, это ничего такого. А вот когда ты будешь говорить о реальных вот этих вещах, о которых мы говорим, то зарплата, что, все довольны зарплатой? Вот как Козелов мне постоянно, то, ну, как бы,
очень встречах, когда он еще приезжал, такой момент говорил. То есть та организация, которая не может бороться за заработную плату, она большего уже не может ничего сделать и не приобрести. Потому что как бы объединиться в борьбе за заработную плату, это как бы одно из самых основных, если историю возникновения профсоюза Trade Union, если их рассматривать как Trade Union профсоюз, это для чего? Для того, чтобы по большей стоимости продать свою рабочую силу. Ну вот лужинку у тебя записали, 1000 рублей в час. Мы себе вот лужинку сделали и записали 1000 рублей в час. Как бы есть у нас пункты переведено лучше, да? Да, ну у нас 34 рубля в час идет в витках. Ну, 34. В общем-то есть предложение, да, то есть борьба за рост реального содержания заработной платы, я так понимаю. На увеличение. Кто-то готов сделать доклад по этой теме? Чего? Еще норма раз. Эксплуатации. Норма эксплуатации на своих предприятиях. Ну, это такая тема интересная на самом деле, потому что, ну, вот ты сделаешь, например, расчет стоимости рабочей силы для своего города. Идешь, покажешь человеку, о, реакция вот такая. А что в тебя? Ну, нас с крестом встречают и чуть ли не святой водой кропят там, на соседних участках, когда мы такие вещи говорим. А когда ты сделаешь расчет нормы эксплуатации, покажешь, что вот у тебя предприятие, да? Есть прибыль, есть фонд заработной платы, и покажешь, что а денег-то вот столько у нас, как бы. Но они не твои. На предприятии, да. Деньги. То есть, нет, понятно. Они про все понимают, что деньги есть. Просто не понимают. Вообще не понимают. То есть ты говоришь, что откуда деньги-то? Откуда деньги? А как вот ты покажешь, откуда деньги? Ты говоришь, так есть деньги. Что ты взял, что они есть? Так это может не... Так, ну, у нас как бы... Понятно, не, ну так а попробовать. Можно увязать, попробовать. Кто-то посчитает, нет, допустим, кто-то посчитает пару человек это стоимость рабочей силы, а несколько человек посчитают. Ну и что, нет, не увяжется, увяжется. Интересное так-то предложение. Да? Я думаю, это послужит заинтересованием, потому что реально, когда объясняешь человеку стоимость рабочей силы, он начинает защищать работодателя, типа. Да. Откуда он столько денег тут тебе возьмет, тебе такому... Да здесь даже не надо, вот мы когда этот вопрос обсуждали с руководством, то есть когда шла речь о кардинальном пакете заработной платы, он говорит, вы что, хотите революционный этот вопрос? Я говорю, да. Потому что вот эти проценты 10, 20, 30, 50, они вообще ничего не решают. То есть, если мы хотим к реальному подбираться, зарплата должна в разы увеличиваться. То есть, грубо говоря, фонд оплаты труда на месяц по нашему предприятию составляет 20 миллионов рублей. Это чтобы заплатить за месяц всему персоналу зарплату. 20 миллионов рублей. То есть, вы хотите, чтобы за, ну, грубо говоря, за следующий месяц было 40 миллионов. Говорю, да. И он вот тогда вот начинает показывать, что мы эти, где мы их возьмем? А? Да нет, но здесь как бы все равно реальность надо. И потом мы начали, ну, реально поняли, что никто тебе в одночасье в два раза зарплату не поднимет. Во-первых, такого не было никогда. Тогда для чего вот эти соглашения, опять же, работают по коллективному договору? То тогда надо выстроить лесенку какую-то. Ну ладно, сегодня у вас нет такой возможности. И, грубо говоря, в этом можно какой-то компромисс найти. Мы согласны, вот для привлечения, допустим, новых работников, чтобы мы понимали, а за сколько лет вы сможете обеспечить реальное содержание заработной платы? За сколько оно вырастет? За сколько? За 5 сможете? Ну, там, а за 10? А если в долгосрочной перспективе вы на это никогда не пойдете, то тогда вообще о чем с вами разговаривать? То есть становится понятно, что они этого просто не собираются делать, да. Потому что когда мы этот вопрос конкретно в компании по заключению коллективного договора обсуждали, над нами посмеялись и сказали, ну от инфляции сколько? 4% стало. 4, вот 0,5 еще мы вам даем. Полпроцента. Реальный рост есть? Есть. Инфляцию гасит, вот тебе 0,5%. Валентина, ты сейчас говоришь такую историю, когда ты на переговорах участвуешь
да, грубо говоря, с администрацией, и ты приводишь аргументы, что вот давайте там так и так. А здесь смысл в том, чтобы работникам показать в целях пропаганды. Так эту лесенку так же, вот мы как часы рисовали, так же можно эту лесенку, то есть эту сумму, ну как бы ты уже в реальности, посчитав как бы норму эксплуатации, ты реально можешь выстроить как бы план, как у тебя будет эта зарплата расти. При этом, учитывая экономические возможности предприятия, они что, как, не разоряя, как они нам говорят, и вы нас разорите, вы хотите обанкротить предприятие своими требованиями. Но мы как бы готовы договариваться, мы стороны социального партнерства, тогда давайте выстраивать, то есть эту лесенку, в этом году так, в следующий год, чтобы мы работали на перспективу, чтобы мы понимали, к чему мы будем идти. То есть это можно отдельно даже соглашением каким-то выйти. Просто наши-то вообще они как бараны, ну там как бы все. Мы в такой клинч вступили, то есть первый раз мы вступили в клинч в плане нас примерять никто не стал, то есть мы, ну, зарылись вот в этом, то есть до разрешения коллективного трудового спора дело пришло, да, то есть дошли уже до коллективного трудового спора, а вот в момент разрешения, ну, тогда и у нас не было определенных знаний, и даже примерять, то есть вмешалась администрация между уже администрацией города, причем какого она вообще там могла делать. Ну, руководство пожаловалось, дескать, надо это. Ну и как-то маленько утрясли они здесь эту ситуацию. То есть мы опять скатились там до определенного уровня. Опять пошли заново все это проходить. Вот. А все равно надо как бы рисовать планы-то. То есть не просто требовать, а уже реально хотя бы для себя понимать, если мы боремся за реальное содержание заработной платы, то в какой перспективе? То есть, если мы идем на уступ, понятно, они революционно никто не будет там. В 2-3 раза это очевидные вещи, никто не поднимет. Никогда. Ни при каких условиях. Какая ставка будет 20? А? Нет, ну понятно, да. Нет, ну у нас-то, по примеру, нет такого. Ни 100 тысяч, даже близко к тому нет. Я считал по своему предприятию, у нас годовой фонд там 19 миллиардов, а чистая прибыль 40. И то есть можно вполне в два раза увеличить. Вот. Это 19 миллиардов на 16 тысяч человек по всей России. Вот. Можно запросто в два раза. То же самое просчитать, то есть и показать, что деньги есть. Ну, а что считать, да, вещь, что среднее это руководство, потому что все знают, сколько рабочих будет предприятий, да, примерно, да. И все знают примерные суммы. Здесь даже о собственниках речи нет. Я один чтобы раз вычеркнуть из этой суммы. Один раз добился, значит, от них секретных материалов по поводу примеров. Ну, все. То есть, когда вот это ковидное дело было, да? Там как было? Кто прививается, ну там антиваксеры и попадет. Но ввиду того, что момент еще сырой, новый не изучен, некоторые люди как бы категорично ну, не захотели участвовать в этом эксперименте, да? И говорят, мы не будем прививаться, вы что хотите делать? В общем, получилось как? Они, те, кто не прививался, урезали премию. Она как бы выплачена всем была, но размер ее был снижен на 50%. То есть, грубо кому-то 50, а кому-то 50. Вот. И мы, чтобы вычислить это количество, и вообще, ну сначала написали претензию, то что вы, значит, это, по какому признаку-то премию? Дискриминация. Да, дискриминация. Ну, они начали, значит, вы все это неправильно понимаете. На жалобу, конечно, в прокуратуру, ну, обратились. Прокуратура, значит, отписала товарищу Прахову, который в этом, по трудовым вопросам, трудовая инспекция. Вот. В общем, ничего нарушений, обращений в прокуратуру, прокуратура трудовую инспекцию, трудовая инспекция запросила документы у бухгалтерии генерального директора. Нарушений никаких они законодательства не увидели. Но сам факт этого есть. А нарушений как они не увидели? Премия выплачена? Выплачена. А в каком размере и кому это все подразумевало? Так вот, я не об этом. Значит, премия выплачена, мы эти документы с этими суммами все-таки нам выдали. Выдали по то, что председатель профсоюзной организации этот материал обязуется не распространять. Но мы выяснили, какую штуку. То есть была определена определенная сумма для премии, да? Вот у нас 70 человек руководителей,
руководящего состава. И 300 с чем-то человек работает. Вот сумма этой общей от премии была какова? 70 человек руководящего состава, их сумма больше, чем на 300 человек рабочих. То есть здесь даже вот эта пропорция, не говоря уже, как вот Сеня говорит, там, а кто пользуется дивидендами, то есть деньги-то есть. И здесь отвечать на это, что все дело-то в распределении оказывается. Ну вы, ну они же не урежут, грубо говоря, себе карман и не щедро с тобой не поделятся, да? В этом тоже как бы, если пилиться, то надо в этом пилении участвовать. Если ты в этом пилении не, как бы не участвуешь, соответственно, на что ты будешь рассчитывать? Я просто к тому, что, ну как бы это все увязать можно. И можно показать, что у работодателя и средства есть на повышение заработной платы. И нужно доказывать то, что надо бороться. В первую очередь бороться для чего? Вот с чем мы сейчас столкнулись, тоже постоянно говорится о том, что кадровый голод, из-за чего вот эти вот начинаются. Не хватает специалистов, не хватает. Уже не то, что там бог весть каких специалистов квалификаций, да обычных работников, просто рук не хватает рабочих. А их из-за чего не хватает? А потому что престиж рабочей профессии настолько упал. И человек, который, заканчивая ПТУ, получая рабочую специальность, идет и расставляет банки с горошком в Магнит, в Копейку или куда-то. Потому что там зарплата, несмотря на, ну пусть там они работают чуть по часам побольше, да, так-то она может быть, но условия-то какие? Там его не ошпарит ни кипятком, ни под давлением он там подизбыточный, ни под удар электрическим током не попадет, ничего ему не свалится там при... Самое страшное, банк он ему с этим горошком на голову упадет, если он ее на край поставит, и все. А тут, получается, люди постоянно рискуют жизнью и здоровьем, плюс еще за такой мизерный заработок. Вот о чем речь. И в этом тоже надо как бы постоянно людей подталкивать. Понятно, бдительность, она всегда ну, притупляется, засыпает. Ну, засыпает. А мы это всегда говорили как? Если... Кризис увеличивается, как бы он, а тем более сейчас, что происходит? Сейчас мы вообще, ну, как бы на пороге больших военных событий. Не знаю, разыграются, не разыграются, но... А Российский комитет рабочих всегда призывал во время кризиса усиливать борьбу, усиливать свои требования. А нас постоянно как-то, получается, мы уходим, вот, ну, в основной массе, да, работников, то, что вот... Принимаем позицию работодателя. Ну, пора-то это уж уходить. То есть голодный сытого не разумеет, все равно как ни крути. Ну, в общем-то, вот эта тема с расчетом нормы эксплуатации, она как бы вытекает из второго вопроса борьба за реальное содержание заработной платы. Так вот их и надо увязать, да, и об этом рассказать. Увязать, и как бы, я думаю, третьим вопросом вот сделать такое практическое, да. У нас была уже такая практика по поводу практического задания для делегатов Российского комитета рабочих написать выжимки. И каждый тут выходил, да, и свою выжимку из проекта прогрессивного коллективного договора озвучивал, какие нормы можно включать. Ну, а здесь вот такая практическая работа по расчету. Ну, кто сможет, тот пусть и сделает. Ну, да, ну, да. Можно же это постараться сделать, можно, я думаю. Опять же, это как бы, если это проблематично, надо обращаться, помогут люди. Да. Тем более у людей есть опыт, кто этим занимался. Есть даже люди, кто, ну, не то, что постоянно, а... В коллективе, опять же, можно обсудить. В коллективе можно, да. Я считаю, надо не даже не отдельным, а увязать одним вопросом это все. Все равно это к заработной плате. И даже, вот как Андрей Николаевич говорит, замена основных средств, обновление основных средств. Все это тоже к условиям. Можно и это же туда же. То есть эффект какой от обновления? Это же не только упрощает как бы работу, но и приносит прибыль на исправном. На исправном и более как бы современном оборудовании ты гораздо эффективнее будешь работать, же правильно?
Здесь, конечно, особенности каждого предприятия. Здесь надо думать, как бы, и действительно советоваться с коллективом. Но я не думаю, что действительно зарплата, она должна уж тоже далеко уходить. Пусть она не на первом, но на втором месте должна, наверное, быть. Ну, ты считаешь, что это вот одним, вторым вопросом должно быть? Да, что такого? Да, да. А зачем? Ну, отдельно, отдельно об этом много не скажешь. По отдельности, если брать. А увязать с нормой, как ты не скажешь, с планом, это можно. А то показывают, что есть откуда деньги взять, да. А то другое показывает, ребят, вот они есть, боритесь. Они есть. В общем-то, вот этот расчет, он действительно направлен на борьбу. Ну, то есть это и есть та самая борьба за рост реального состояния заработной платы. Показать, что они есть, да. Другой момент, как это все распределяется. Есть просто предприятия, которые становятся заложниками, допустим, вот, ну как традиционная энергетика, как нас называют, да, не атомная, потому что на атомной энергетике гораздо проще и дешевле, а традиционная, то есть надо сжечь ресурс, надо выработать, надо затратить, то есть там выхлоп быть может быть не такой, так нас еще региональные тарифы регулируют, ну как бы это. Здесь одни вставляют палки колес в другие, но при этом же ты же все равно как бы конкурируешь, ну, значит, есть средства. Раз ты даже обновляешь, есть средства на обновление основных средств, ну и на зарплату. Просто здесь вот как получается, это просто уже опыт работы. Законодательство приняли, бац, там увеличили НДС, бац, они нашли деньги. Там какие-то требования по газу, там, по безопасности, они нашли деньги. На все, что им диктуется, они деньги находят, не находят денег только на зарплату. Но есть деньги, вот и надо показать рабочему, что деньги есть, просто добровольно их никто не отдаст, за них надо тоже так же бороться, вот и все. Одним из пунктов, а что такого-то, а в совокупности? Ну, в итоге-то, ты же на угрозу забастовки не пойдешь с одним пунктом, там, к примеру, выдавайте мне хорошие футболки там или еще что-то там, правильно? Это же из одного вытекает. Можно, нет? Нет. Если виртуозству как бы хватит, можно и с таким, да, пунктом выйти. Ну, зная на то, что тебе работодатель не удовлетворит 100%. Здесь просто клинч надо вот этот вот создать. Просто в этом вопросе он не удовлетворит это 100%. То есть никто единочасно зарплату не поднимет до стоимости рабочей силы. Но, по крайней мере, к этому побудить-то его можно. И себе перспективу какую-то нарисовать, и престиж этим самым поднять. То есть будет видно извне. То есть вот на сегодня из-за чего? Вот у нас мы столкнулись с такой ситуацией. 47,5 плюс средний возраст на предприятии. Это в целом, а ремонтного персонала, ну, еще выше там. То есть это уже предпенсионный возраст. То есть молодежь, заканчивая ПТУ, вот я Александр Владимирович рассказывал вчера, пришли две группы из ПТУ. Одни учились оперативный персонал, машинисты котельного оборудования, другие машинисты турбинного оборудования. Вот из 60 человек, из двух групп по 30 человек, на станцию пришли только двое после практики, после прохождения практики. То есть куда они растворились? А это уже, ну, готовые, как бы, понятно, как их там готовят, что из них, чтобы специалист там был, еще сколько. Но работать просто, обратить на производство пришли двое. Из этих двоих остался один. Один поработал, посмотрел, как здесь все гудит, как здесь все шумит, сказал, да пошли вы. И устроился в Валберес. Сидит комфортно, еще там, ну, говорит, ну, примерно у них зарплата, может быть, это выровнялась. Но тот уже... Они бастуют. А? Валберес, он же там постоянно что-то терпит за бастовку. Ну, после этого одно место. Там зависит от терминала. Да, в основном ведутся они на свободный график только, вот и все. А там система оплаты труда тоже максимально непрозрачная, облачная и непонятная. Нет, я просто к тому, что здесь основным его выбором стало не то, что, а сами условия. Понятно, то есть, конечно. Блин, извини меня, в котельной находиться или коробки эти пинать? Деньги те же получаются. Ну, примерно, да.
Тут-то можно было долг-съемы взять. Какие? У вас нельзя, что ли? Переработку-то? Ну, у нас переработка только у начальников смен, которые непосредственно, ну, ведут это. И то из-за нехватки как персонала. А так как ты переработаешь? Ремонтник никогда не будет перерабатывать. Ему западло остаться вечерить даже. Потому что ты за целый день так накрутишься, чтобы ремонтник перерабатывал. Ну, по крайней мере, я не знаю, это может быть заслуга профсоюза, потому что если кто-то остается перерабатывать, ну, мы их уже как бы за своих-то не считаем. Ну, в общем-то, понятно, у нас остается тогда еще третий вопрос. Но... Давайте насчет этого расчета. Я говорю, давайте подготовим каждый. Но это вот мы вроде как сейчас обсуждали, что не, я это понимаю, все один. Это же на каждого вопрос. Ложится. Ну да, ну ты вышел и сказал, вот норма. Ну вот я предлагаю поделить. Кто-то готовит весь разговор. Норму эксплуатации, кто-то готовит стоимость рабочей силы. Я стоимость рабочей силы готов посчитать. Ну, а вообще я считаю, что это каждый как бы на своем предприятии должен сделать. Чтобы показать рабочим своего предприятия, что это вот так вот. Что конечно, так... факторами-то надо апеллировать. Я рассчитал стоимость рабочей силы, товарищу показал, сказал, никогда таких денег не платили, в дальнобой платить не будут, очнись. Да. Нет, это какая разница, очнись, не очнись. Я говорю, можно, платить не будут, это одно, но можно ты... Можно посчитать и то, и другое за полгода. Стремиться можно, конечно, не нужно. Ты говоришь, что надо повышать зарплату, а где деньги взять? Не один. И все, ты уберешься вот в это, то, что человек не понимает, что деньги есть. У нас миллиард 800. Ты можешь это показать? Я это понимаю. Я имею в виду, вот что вот эти два пункта можно посчитать тогда каждому. Что каждый как домашнее задание подготовим. Ну это вот все в рамках второго вопроса. Борьба за продвижение, за рост реального содержания заработной платы. Члены редакционной комиссии, поступали ли правки по первому проекту постановления? Второй абзац, первое предложение. Звучало оно так. Профсоюзная организация, объединяющая более половины сотрудников предприятия, получает такое право автоматически и формирует состав представительного органа решения. Правку носит. Собрать получает автоматически, написать. Имеет право на ведение коллективных переговоров. Вот я почему такую правку предложил. Ну вот я... Из того, что из обсуждения, из доклада, из обсуждения доклада следует, что ничего автоматически, само собой, не происходит. Вы имеете право, но его не признают автоматически. Вот я бы сказал, что произойдет автоматически, его не признают. Нет, право, да, получает автоматически, а воспользоваться этим правом автоматически не получится. Да, скажи, они его не признают. Поэтому имеют право на ведение коллективных переговоров, имею в виду, что право-то имеете. Но вам придется еще это оставить свое право. Ну, конечно, здесь спора нет. Поэтому предлагается редакция. Место автоматически получает, имеет право на ведение коллективных переговоров. И формирует состав, представительный орган убирается. Ну, дело в том, что в этом случае организация не формирует представительный орган, она просто сама является. Сам правком, по сути, делает представительный орган. Нет. Да. Почему? Если больше половины. Если больше половины, сам правком может вести переговоры. Нет, он, конечно, может и свой какой-то другой орган, но на практике правком не выступает, насколько я знаю. Да? Поэтому... Ну, насколько я знаю, и сказалось еще на зале, что совершенно не обязательно, что это именно будет правком. То есть представительный орган может быть сформирован решением правкома. То есть правком имеет право сформировать, издать решение, что вот представительный орган будут входить такие-то работники. Зачем тебе, если твой профсоюз объединяет большинство, каких-то еще к этому привлекать людей? Нет, в смысле не каких-то людей, а членов профсоюза. Так оно и внутри профсоюза это все и решается, в этом-то и весь вопрос. То, что если профсоюз объединяет больше половины. Ну, тут речь идет о представительном органе в целом. Он выступает представительным органом. Нет, так получается, правком есть представительный орган, да. Зачем тебе еще кого-то привлекать? Это на момент того, когда создается единый представительный орган, в случае, если не
представляют большинство. Тогда приходится, может быть, 3 профсоюза, 4, тогда приходится как-то объединять, брать людей, которые вообще не в профсоюзе. Такую практику. А когда профсоюзный орган объединяет, у него есть все полномочия. Полномочия есть, но и также у правкома есть полномочия сформировать состав представительного органа работников. Кто не будет из правкома? Правкомы это кто? Так это самые активные люди профсоюза, правильно? В том смысле, что это же не поставил защищать интересы неактивному человеку. А Михаил Васильевич говорил, что можно так делать. Конечно, нет, можно. Делать это можно, но просто... это надо, я считаю, указать. Я считаю, это надо указать. Зачем кого-то избирать? Нет, там вот о чем идет речь, что во время коллективного трудового спора представительный орган выступает. И докеры так делали. Они создавали представительный орган, насколько я помню, принимали решение, вводили тех же членов правкома, но это как бы отдельно было решение. То есть есть представительный орган, есть правком, ну, да, да, да. А по лицам это даже могло совпадать. Это имело какое-то значение, насколько я помню это дело. Я о другом сейчас. У нас, к сожалению, ситуация совершенно нетипична. Вот на наших вариантах. Поэтому вы сосредоточили внимание и в докладе, и в проекте постановления на то, что делать, если меньшинство. Если большинство, я думаю, там люди быстро разберутся. Ну, да, с меньшинством, вот там ситуация. Ну, я просто не понимаю, зачем это убирать тогда. Почему будет? Так по порядку, значит. Тут и важно, можно я еще добавлю? Давайте разделим тогда правку на две части. Две части, две правки. Автоматически выбираем, а вторая, значит, опять все звонит. Первоначальный вариант. Да, давайте правку автоматически. Имеет право, да? То есть, да, получается? Имеет право. Кто за то, чтобы принять правку? Против? Воздержались? Ну ты за. Воздержался. Я же не слышал. Воздержался. И вторая правка убрать, формирует состав представительного органа решения правки. Да, я здесь еще против правки выступлю, потому что процесс переговоров может затянуться более чем на 3 месяца, и это уже будет другой состав, да? То есть здесь утвердительно как бы убирать вот это, ну, не обращать внимания на то, что именно решение правкома формирует представительный орган, я думаю, нецелесообразно. То есть он может меняться в процессе решением правкома состав представительного органа. Я согласен. Нет, переговорщики могут меняться. Ну да, но это и есть состав представительного органа. Голосуем, да. То есть есть предложение. То есть вносится правка, она голосуется. Вот правка. Начинаем, что убрать. Кто за то, чтобы принять правку, убрать из проекта постановления. И формирует, да. Да, из проекта постановления и формирует состав представительного органа решения правкома. Кто за? Против? Следующая правка. Первый пункт рекомендации звучал: заручиться поддержкой руководства профсоюзов или обеспечить большинство голосующих поддержку кандидатов. Делегатов. А, кандидатов, да? Кандидатов. Кандидат. Предлагается вместо первого пункта первым поставить третий пункт. Сформировать делегацию. На конференцию трудового коллектива из числа представителей инициативных групп рабочих, осознающих необходимость заключения прогрессивного коллективного договора, из числа которых может быть выбран иной представительный орган работников. Значит, поясняю, что вот если мы оставим первым пунктом тот, который есть, то там ведь о чем идет речь? О том, что большинство голосующих в поддержку кандидатов на конференцию. Каких кандидатов? Значит, кандидаты уже известны. Да? Так, ну, если они известны, тогда надо и сформировать делегацию на конференцию трудового коллектива, а потом их будут поддерживать. А так они будут сказать, поддержите, не знаем кого. Вот просто... Правка просто местами поменять, да, чтобы они более как бы... Да, сначала мы определили, то есть последовательность. Логически. Сначала определили, кто будет делегат, потом за этих ребят
Да. Агитируют. Конкретных ребят, они просто скажут, поддержите тех, кого мы потом... А, нет. Это разные действия абсолютно. То есть, если третий пункт, он про конференцию, так, сформировать делегацию из числа представительных инициативных это вот третий пункт, он про конференцию работников. Это не профсоюзный орган. Это грубо говоря, с другой стороны коллектив заходит. А первый пункт, он про правком профсоюза. То есть они... Вот это существенно тогда. Это как бы разные... Тут дело не в последовательности действий. Это, ты как ни представь, это надо и то, и другое делать. Ну, это тогда, ну, вот, мы-то понимали, что это речь в одном, о том, что речь идет... Нет, тут же написано, что по нескольким направлениям. По нескольким направлениям, но там не сказано, что это кандидаты в правком. Одно дело кандидаты в правком, но тогда понятно, что вы хотите решить задачу рабочей правкома. Да. Но да. Тогда очень много задач получается. Да. То есть, а кто сказал, что легко будет? Все задачи, так сказать... Вообще постановление нацелено на решение одной задачи. Вы пошли. Именно это рабочий правком, это отдельная песня. Это не обязательно в связи с продвижением коллективного договора. Здесь я так думал, что речь идет о том, что вы двигаете коллективный договор, для этого семья предпринимаете. А за правком можно бороться без коллективного договора. Так строго говоря, это правильно. Здесь речь идет о создании, о формировании представительного органа работников. Представительный орган работников, он будет создан и из числа делегатов, плюс в единый представительный орган будет входить... Это процедура трудовым кодексом вообще-то прописано полностью. Да, но надо... Что делать, когда правком представляет большинство, и что делать, когда не представляет большинство? Зачем нагружать этим постановлением? Нет, так у нас, в общем-то, зачем в принципе постановление делать, если оно везде уже где-то что-то допрописано? То есть, ну, это везде где-то что-то допрописано и в Трудовом кодексе, и в Налоговом кодексе. Нет, ну, я где-то. Как бы с формулировкой Александра Владимировича согласен в плане том, что как бы это маленькая другая задача ставится. То есть, а рабочий, тот профсоюз, который не выступает, не защищает интересы работников, это раз, то есть как бы притянуть его на сторону работников и чтобы он работал в этом ключе. Ну, это как бы маленькая другая. Я с этим тоже скажу согласен. Задача в формировании представительного органа работников. В этот представительный орган работников попадут как делегаты, выбранные на конференции, так и члены профсоюза, которых определит правком. Я прошу прощения. Никто такого права не даст, если у большинства нет. То есть решает, ты же сам говорил, решает все конференция. Если у тебя нет большинства, кого бы ты ни выдвинул, решает все конференция. Конференция может выбрать представительный орган из числа делегатов. Да. Этот представитель иной. А профсоюз, не имея большинства, может послать своих делегатов. Но он автоматически застолбить никого не может. Выбирая все равно всех конференций. Я прошу прощения, Алексей Николаевич, все-таки в этом пункте, посмотрите еще раз, мы понимаем, почему мы поняли, что речь идет о делегатах, которые будут участвовать в коллективных переговорах. Вот их читают. Сформировать делегацию на конференцию трудового коллектива из числа представителей инициативных групп рабочих, осознающих необходимость заключения прогрессивного коллективного договора. Ну, вот мысль на что? Значит, пойдет конференция, которая будет открывать коллективные переговоры, из числа которых может быть выбран иной представитель органа работников. Он когда выбирается? Для чего он выбирается? Он выбирается для... Это все прекрасно, вот вы вложили, что... Выбирается для ведения коллективных переговоров. Здесь речь идет об рабочем правкоме. Конференция по рабочим правкому. По выборам правкома. Совершенно никакого нет. Это... Это даже и не нужно сейчас. Вот вы собирались в конференцию создать, что... Нет, нужно. Я буду отстаивать эту правку до последнего, и пока она не пройдет, мы отсюда не уйдем, потому что мы эту работу ведем. И это имеет большое значение. В том смысле, что в единый представительный орган, если действует профсоюз, который насчитывает менее половины работников, если такой профсоюз действует,
иной представительный орган работников, выбранный на конференции, обязан уведомить профсоюз, и этот профсоюз имеет право включить в единый представительный орган своих представителей. Поэтому надо, здесь именно вообще весь этот пункт важен, именно первый пункт, второй и третий, они все должны вестись параллельно, потому что единый представительный орган будет все равно создаваться из представителей, выбранных на конференции, и членов профсоюза. Решением правкома. Так я с вами согласен, я только не вижу здесь правкома. Куда вы говорите, делегация, вы мне что возразили, может я вас неправильно понял, что делегация на конференцию, которая будет избирать правком. Вот я еще раз говорю, трудовая конференция трудового коллектива, хотя почему трудового коллектива, он никогда не избирает правком. Правком избирает конференция профсоюзная. Да. Но если мы говорим о собрании делегации на конференцию трудового коллектива и числа представителей, то речь идет о той конференции, которая никак не может избирать правком, но может формировать и должна формировать единый представительный орган, о чем мы и спора нет у нас. Ну причем тогда правком, рабочим. Вот вы говорите, что нельзя представлять, потому что речь идет о том, что избрать правком. Вот эта конференция никак не может, не связана с избранием правкома, просто по статусу своему. Если вы хотите искать правком, надо было внести такой пункт, что на профсоюзную конференцию избрать своих делегатов, на профсоюзную конференцию, которые пойдут в состав правкома и его рабочих. Я понимал бы. Но если вы вкладываете этот смысл в первый пункт, или в третий первоначально, то это никак не вкладывается. Потому что по точности написано, что речь идет о конференции трудового коллектива. Такая конференция имеет право сформировать единый представительный орган, но не имеет права избирать правком. Так это разные пункты, по нескольким направлениям требуется вести работу. Написано, по нескольким направлениям, одно направление. Где избрание правкома? Где пункт направления? Хорошо, где направление избрания правкома? Давайте читаем. Заручиться поддержкой руководства профсоюза, в скобочках, профсоюзов, или обеспечить большинство голосующих в поддержку кандидатов, осознающих необходимость заключения прогрессивного коллективного договора на выборах в правком. Или обеспечить большинство голосующих членов профсоюза, вот эту правку можно здесь внести. Поддержку кандидата куда? В правком. В правком, а где здесь написано, что правком? Первый пункт в правком. Почему в правком? Александрович, здесь речь идет о том, что параллельно, это параллельный процесс. Конечно, один в контексте единого представительного органа. Формирование на конференции у представительного органа работников, и второе – это работа с профсоюзом, который не объединяет больше половины работников. Стоп, значит, для того, чтобы он тоже поддержал. Большинство голосующих где? На выборах в правком. Первый пункт. Кто выбирает правком? Большинство голосующих на выборах в правком. Ну, вот я говорю, что можно, допустим, если вносить какую-то правку, то вот первый пункт. Не менять их местами, а первый пункт. Хорошо. Заручиться поддержкой руководства профсоюза, в скобочках профсоюзов, или обеспечить большинство голосующих членов профсоюза в поддержку кандидатов, осознающих необходимость заключения прогрессивного коллективного договора на выборах в правком. Ну, а хотя понятно, мне кажется, и так, что это члены профсоюза будут на выборах в правком выбирать правком. Тут как бы это и понятно, что тебе никто не даст. Голосующие где бывают? Вот я просто пытаюсь понять. На собрании, да? Нет, бывает или собрание, или большинство, значит, делегатов, профсоюзного собрания, конференции и так далее, которые, значит, как-то поддержат кандидата. Потому что. Вот это отдельный пункт. А здесь их местами поменять не получится. Я уже понял, что это отдельный пункт, я не собираюсь менять местами. У меня есть претензии, вот поскольку я не так это понял, претензии к тому, что голосующие, где они? Голосуют всегда, или на конференции, или на профсоюзном собрании. Другого голоса никакого нет, не может быть. Поэтому надо это указать, потому что тогда вам надо... Предлагайте формулировку. Ну хорошо, давайте предложим. Хотя уже поздно предлагать, я значит не так понял, поэтому... Бывшее руководство профсоюза обеспечить большинство голосующих. Просто на выборах в правком надо поставить вперед обеспечить. А что у нас за голосование? Или на выборах в правком обеспечить большинство голосующих поддержку кандидатов. Здесь просто внутренние вопросы профсоюза втекли в общую борьбу. Я понимаю, пожалуйста, неплохо, только надо, где выбирает профсоюз, где выбирает, и на собрании, и... Большинство голосующих на профсоюзном собрании, на профсоюзной конференции надо ставить тогда, что ли?
Потому что как еще голосовать? Ящики, что ли, урну будут носить? Да просто не будут переизбрать. Ну, это решают члены профсоюза. Ну, тут надо как-то... Ну, вот то, что это на выборах в правком, мне кажется, очевидно, что это профсоюзная задача. Задача членов профсоюза. Как они это делают обычно, выборы эти? Оно по-разному может быть. Может, и конференция. Эти способы перечислять смысла нет. Как выбирается правком? Ну, по-разному можно как-то. Тот же... Согласно уставу, так-то просто... Нет, а вот эта сама формулировка никого не коробит. Меня лично коробит то, что заручиться... У нас в постановлениях стояло вообще заручиться большинством коллектива. То есть, а заручиться управлением, то есть каким-то председателем какого-то правкома, то есть это заведомо говорит о том, что профсоюз... как бы не согласен, да, с основной массой. Его еще надо привлечь, вместо того, чтобы отстаивать интересы работников, то есть его еще надо заручиться его поддержкой этого профсоюза. Ну, нет? Тут или. Может правком он... Так зачем тогда вообще нужен такой профсоюз, который не представляет интересы? Нет, он просто есть. Какая разница, нужен он или нет, он просто есть. Конечно. Ты либо заручаешься поддержкой этого правкома, в том смысле, а если не заручаешься, то что тебе действует, то да. Вот, то следующий пункт, ну как бы не пункт, а следующий абзац, грубо говоря, тебе надо обеспечить большинство голосующих членов профсоюза на выборах в правком. То есть этот правком, он может быть и на твоей стороне. Так вот, я и говорю, то есть, ну, здесь пересекается внутренняя работа профсоюза, пересекается с тем, что законодательство что говорит? Вот ты только что сам сказал, я просто некую противоречие нашел. Значит, если профсоюз не объединяет большинство, да, проводится конференция, мы формируем представительный орган, уведомляем об этом тот профсоюз, который не способен как бы большинством представлять коллектив. Он может вообще сам устраниться, а может кого-то прислать, а может и не прислать. То есть здесь уже смысл заручаться поддержкой тех людей, которые, грубо говоря, эту линию не проводят. Ты не заручишься ей никогда. Ну, то есть, ну, поэтому мы... второй пункт или орабочить правком. Можно, значит... Ну, я не знаю, мне кажется, это вообще нет противоречия. Мне кажется, это запутывает. Ну, немножко запутал. Весь процесс. Разберусь. Здесь основная задача формирования представительного органа. Я тогда, вы здесь вносите просто координаты, можно сказать, что кроме того, что провести большинство кандидатов, там другой вариант, вы бьетесь, вот я понимаю, Василий Владимирович, а он от вас отмахивается, как от мухи. Тогда еще, если уж профсоюз, ему ваш эксперт, тогда надо сказать, что создать, значит, секцию профсоюза, вот все, что мы говорили, как по рабочему, потому что получился у вас один пункт. Или мы заручились поддержкой, или мы идем мимо. Так, строго говоря, уж если говорить, тогда или мы тогда ставим рабочую секцию, которая влияет на правком, даже если мы не заручились поддержкой, или мы ставим независимый профсоюз, и тогда мы это продвигаем. Ну хорошо, вы оставили один пункт, бог с ним, я не возражаю, заручаетесь, ничего не заручитесь у действующего профсоюза. Это понятно. Но попробовать надо. Да. Попробовать. А заручиться можно как? Создав секцию. То есть, ну все не пропишешь, потому что разные способы бывают, да. Или создать новый профсоюз, вы здесь не прописали, но... То есть ограниченный спирт. Ну хорошо, ну пусть будете заручаться поддержкой действующего профсоюза, дай бог, что называется. Тогда я снимаю свое предложение, потому что, понятно, надо решить профсоюзные задачи, это хорошее дело. Я снимаю свое предложение и даже не надо ставить его на голосование теперь. Последовательность сохраняется. Так. Значит, вот такое предложение. Ну, все это. И есть предложение тогда четвертым пунктом написать вот то, что вы сделали в конце, работникам особых структур, подразделений туда-сюда. Предлагается, это мы должны рекомендовать. Ага. То есть включить в состав рекомендаций в таком виде. Работникам обособленных структурных подразделений крупных предприятий продвигать проекты прогрессивных коллективных договоров и формировать представительный орган работников, используя статью 40 и статью такую. Это же рекомендация. То есть заканчивать большое постановление общим выводом, что работникам значит, использовать, это не совсем логично. Получается, что это вывод всего предыдущего. А вывод должен быть другой, мы о нем скажем. То есть это сделать просто четвертым пунктом? Да. Рекомендация работникам продвигать
проекту, используя статью 42. Как еще раз можно зачитать? Значит, четвертая рекомендация. После рекомендуется, идет рекомендация, точнее, четвертая. Работникам обособленных структурных подразделений крупных предприятий продвигать, имеется рекомендуется продвигать проекты прогрессивных коллективных договоров и формировать представительный орган работников, используя статью 40, то есть нам не использовать статью 40, а продвигать, используя. На что мы дарим дело? Используя статью 40 ТК и статью 11 Налогового кодекса. Ну, хорошо. Ну, в общем-то, я не против. Есть предложение принять правку. Сделать четвертым пунктом вот такой формулировки. Последний Антон. А, кто за? Против? Воздержались? Проходит правку. Предлагается, значит, завершающее положение постановления. Дать такое, завершающее положение. Необходимо разъяснять, это уже за рамками рекомендуется, необходимо разъяснять, что заключение коллективного договора в общих интересах рабочих требует их коллективных действий. Вот на что Андрей Николаевич обратил внимание, что мы тут, конечно, будем биться и за голоса, и за делегатов и так далее, но все продвинется он тогда, когда будут коллективные действия. Вот, чтобы не ушла эта мысль, а то мы, так сказать, за все этими формальными вещами, как кому голосовать и что, мы потеряли из виду, что все это приведет в конечном счете к тому, что будет забастовка. Ее надо готовить. То есть предлагается включить последним положением. Необходимо разъяснять, что заключение коллективного договора в общих интересах рабочих требует их коллективных действий. Есть предложение принято. Кто за? Против? Постановление номер 1 в целом. Постановление Российского комитета рабочих о борьбе за продвижение проектов прогрессивных коллективных договоров. Российский комитет рабочих отмечает, что в ряде рабочих коллективов на крупных предприятиях разработаны проекты прогрессивных коллективных договоров и ведутся сборы подписей в поддержку этих проектов в соответствии с постановлением РКР от 6 ноября 2023 года о борьбе за продвижение прогрессивных коллективных договоров. На данном этапе работы необходимо позаботиться о формировании представительного органа работников предприятия, имеющего право проявить инициативу вступать в коллективные переговоры с работодателем по заключению, дополнению, изменению коллективного договора согласно статье 37 ТК РФ. Профсоюзная организация, объединяющая более половины сотрудников предприятия, имеет право на ведение коллективных переговоров и формирует состав представительного органа решением правкома. В этом случае Российский комитет рабочих рекомендует инициативным группам вести активную борьбу за урабочивание руководства первичной профсоюзной организации или заручиться поддержкой действующего правкома. Коллективам предприятий, филиалов, обособленных структурных подразделений, профсоюзы которых не объединяют более половины работников, для формирования представительного органа работников рекомендуется: первое, заручиться поддержкой руководства профсоюза профсоюзов или обеспечить большинство голосующих в поддержку кандидатов, осознающих необходимость заключения прогрессивного коллективного договора на выборах правков. Второе. Получить доверенности от работников, не входящих в профсоюз, на право представлять их интересы в коллективных переговорах. Третье. Сформировать делегацию из числа представителей инициативных групп рабочих, осознающих необходимость заключения прогрессивного коллективного договора, из числа которых может быть выбран иной представительный орган работников. Утвердить своих делегатов посредством проведения общего собрания работников предприятия в форме очно-заочного голосования. Работникам обособленных структурных подразделений крупных предприятий продвигать проекты прогрессивных коллективных договоров и формировать представительный орган работников, используя статью 40 ТК РФ и статью 11 Налогового кодекса РФ «Определение обособленного структурного подразделения». Необходимо разъяснять, что заключение коллективного договора
В общих интересах рабочих требует коллективных действий. Нижний Новгород, 7 апреля 2024 года. Есть предложение принять постановление в целом. Кто за? Против? Воздержался? Постановление принято. Поступали ли правки по второму проекту постановления? Второй абзац. Там, где идет речь, активное участие рабочих, объединенных в инициативные группы. Есть предложение после объединенных инициативных групп добавить в профсоюзы и далее по тексту, в организации контроля за проведение СОП. Имею в виду, что не всю жизнь мы будем инициативными группами. Есть предложение принять правку. Кто за? Против? Задержался. Принято единогласно. Проходит правка. Постановление Российского комитета рабочих об использовании СОУ для борьбы за улучшение условий труда. Российский комитет рабочих отмечает, что с началом специальной военной операции по борьбе с американским фашизмом на Украине значительно выросли объемы производства и парки станков на большинстве промышленных предприятий Российской Федерации. И это ведет к изменению условий труда, что позволяет коллективам рабочих направить требования администрации предприятия о проведении внеочередной СОУ в связи с изменениями условий труда. Однако практика показала, что даже проведенная в соответствии со всеми нормами специальная оценка условий труда не дает хоть сколько-нибудь значительного улучшения положения рабочих. Тем не менее, активное участие рабочих, объединенных в инициативные группы, в профсоюзы, в организации за проведением СОУ позволяет выявить нарушения при ее проведении, препятствует попыткам администрации сэкономить на охране труда, способствует продвижению проекта прогрессивного коллективного договора, заключение которого действительно улучшит условия труда рабочих. Российский комитет рабочих рекомендует, действуя через профсоюзы работников своих предприятий, требовать проведения внеочередной специальной оценки условий труда, включить в комиссию по СОУ с уведомлением о ее начале не менее за 7 рабочих дней представителей рабочих. Использовать для контроля за выполнением СОУ приказ Минтруда России 24.01.2014 номер 33 и об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению. Результат такой работы наглядно покажет, что только заключение прогрессивного коллективного договора в интересах работников и постоянный контроль коллектива за его выполнением может обеспечить стабильное улучшение положения работников. Есть предложение принять постановление в целом. Кто за? Против? Воздержался. Постановление Российского комитета рабочих принято в целом. Уважаемые члены редакционной комиссии, поступали ли правки по проекту постановления по третьему вопросу? Вот там, где для повышения роли газеты, вот шестой абзац, для повышения роли газетного уровня права. Вот там было для повышения роли газетного уровня права, в борьбе за интересы, общие интересы рабочих, российский комитет рабочих рекомендует рабочих. Да. Это уже очень много рабочих, и это неплохо. Такая правда, немножко некоторые вариации ввести. Для повышения роли газет «Народная правда» в борьбе за интересы рабочего класса. Вообще, общие интересы рабочих – это уже интересы класса. Это правильно? Может, трудящихся? Не надо. Директор тоже трудящийся. Поскольку их интересы совпадают с интересами рабочих, мы и за их интересы боремся. Но только постольку. А за особый интерес у этого разработчика. Вот, то есть заменить место за борьбе за общие интересы рабочих записать за интересы рабочего класса. Где-то тоже неплохо подчеркнуть, что вообще класс прозвучал. Так и было же, нет? Нет. Там было за общие интересы рабочих, соответственно, название постановления. А тут за интересы рабочего класса. А можно еще раз зачитать про итог? Пожалуйста. Для повышения роли газеты «Народная правда» в борьбе за интересы рабочего класса
российский комитет рабочих рекомендует рабочим. Здесь предложение принято. Кто за? Против. Смягчил. Принято, прав. Все, больше не буду поправ. Зачитает. Тоже услышать, да. Об использовании рабочей печати в борьбе за общие интересы рабочих. Заслушав и обсудив доклад оператора станков ЧПУ, ООО, НПП, МЕРА, Федина, Российский комитет рабочих отмечает, что развитие борьбы за общие интересы рабочих требует формирования пролетарского сознания рабочих, выражения общих интересов, выявления, обобщения и распространения передового опыта коллективных действий за осуществление этих интересов. Такие задачи решаются с помощью рабочей печати. Как показывает опыт, главной газетой в борьбе за интересы рабочего класса стала российская общественно-политическая газета «Народная правда». В газете были опубликованы важнейшие документы российского рабочего движения, проект Советской Конституции, проект Трудового кодекса Российской Федерации, подготовленный специалистами Фонда рабочей академии, в скобках, профсоюзный проект, профсоюзная программа, задачи коллективных действий. В газете публикуется выступление участников Российского комитета рабочих, постоянно действующих семинаров Фонда рабочей академии и Федерации профсоюзов России, а также постановление РКР. Благодаря материальной поддержке профсоюзных организаций, всех сочувствующих дел рабочего класса, удалось увеличить тираж газеты до 57 тысяч экземпляров. Распространяется «Народная правда» у проходных заводов и фабрик по всей России. Для повышения роли газеты «Народная правда» в борьбе за интересы рабочего класса Российский комитет рабочих рекомендует читать газету читать газеты «Народная правда», помогать ее распространению, передавать товарищам своих и других предприятий, направлять в газету сообщения об опыте борьбы за общие интересы рабочих, систематически оказывать материальную помощь газете в целях увеличения ее тиража и охвата распространения новых предприятий. 7 апреля, ближе. Есть предложение принять постановление Российского комитета рабочих об использовании рабочей печати в борьбе за общие интересы рабочих в целом. Кто за? Против? Поддержали. Принято единогласно. Основная работа Российского комитета рабочих подходит к концу. Нам нужно определиться с датой проведения следующего заседания Российского комитета рабочих. Есть предложение провести заседание Российского комитета рабочих 3-4 ноября. Кто за? Против? Раздержался. А? Ты за? Я за. Да. Ну, то есть принято. Значит, следующее заседание Российского комитета рабочих пройдет 3-4 ноября. Давайте попробуем предложить повестку следующего заседания Российского комитета рабочих. Вчера мы обсуждали уже первый вопрос, предложено в повестку о борьбе за продвижение проектов прогрессивных коллективных договоров. Докладчики ЧОПа Головаш. Второй вопрос. Борьба за рост реального содержания заработной платы. И вчера тоже обсуждали такое домашнее задание, что ли, выполнить или как практическую работу провести по расчету степени эксплуатации на своих предприятиях. И стоимости рабочей силы тоже отдельно. А, отдельно. Да. Два. Для своего региона. Да. Кто где проживает. Да. В общем-то, я не против. Как вопрос изучать будет полностью? Борьба за рост реального содержания заработной платы. За повышение, да, повышение реального
За повышение. Ну, за повышение, рост, повышение. Это третий вопрос? Нет, это вот второй вопрос. Борьба за повышение реального содержания заработной платы. И... Уровень реального содержания, да? Уровень реального содержания. Уровень повышать. Ну да, да. Уровень хорошо. Реального содержания заработной платы. Борьба за повышение уровня реального содержания заработной платы. И с практическим заданием сделать расчеты степени эксплуатации на своих предприятиях и стоимости рабочей силы в своих регионах. Можно было. Да. Что при этом еще, знаете, что хорошо добавить? Тоже задание. Задание такое, положение открытия проекта пятирного договора о повышении реального содержания заработной платы на своем предприятии. Вот, казалось бы, у нас это как бы у всех одинаково, вот посмотрите, на уровне правды. Там по-разному звучат. Значит, Лазарь Шварович, там, минимальная класс 3 тысячи. Значит, то есть, вы для своего предприятия что предлагаете? По вот стоимости рабочей силы. Нет, как? Вы же сами говорили, что там график, ну, да. И так далее. Пожалуйста, это как угодно. Вот кроме просто расчета, а что вот коллективный договор предлагает, исходя из того, что вы рассчитали? Уж если говорить о домашних заданиях, это тоже очень интересно. Там что было такое, скажем, Владимир Николаевич Кудрявцев, светлой памяти, в коллективном договоре принято, был график, что столько-то, вот в таком-то году, на столько, в таком году. Значит, Валентин Владимирович тоже рассказывал, как это делать. Раз в году, как он делал. То есть, как вы предложите? Просто сразу доставить рабочие силы от 50 тысяч до 150. Действительно не пойдет. А с чем вы пойдете? А график, пожалуйста, что-то еще. Может быть, можете записать, что ежегодное повышение уровня реального содержания там, на столько процентов, чтобы в итоге получилось то, что вы хотите. Давайте примерите вот вашей реальной борьбе. У меня такое предложение. Ваше право принимать, не принимать тоже. Докладчики, кто по второму вопросу? Но по практическим заданиям, я так понимаю, все делегаты. Кто здесь присутствует и кто приедет, подготовит. Ну да. То есть, как вот у нас было такое практическое задание по выжимке, чтобы по написанию проекта коллективного договора. Такое у меня как бы замечание, что если мы, допустим, формируем повестку, нужно, наверное, проводить какую-то работу вот в отношении этой повестки, да, чтобы было что действительно рассказывать на следующем заседании Российского комитета рабочих, с чем выступить, уже с практической точки зрения. Известна же повестка, значит, это актуально, значит, это надо делать на своих предприятиях. Ну, как-то или там в рамках... Того. Да. Ну, вы же пропагандируете свой проект коллективного договора. В нем же есть увеличение нереального содержания заработной платы. Так что это все увязывается. Угу. Так, и третий вопрос. Вот у нас не было предложений по третьему вопросу. Может, появилось что-то? Какие-то варианты? Да, в общем-то, есть предложение принять вот два вопроса, рекомендовать на следующее заседание Российского комитета рабочих. Может, повестку? Еще раз озвучить? Да, конечно. Значит, предложение в повестку Российского комитета рабочих осеннего на 3-4 ноября. Первый вопрос о борьбе за продвижение проектов прогрессивных коллективных договоров, докладчики ЧОПа, Головаш. И второй вопрос. Борьба за повышение уровня реального содержания заработной платы с практическими заданиями для постоянных участников Российского комитета рабочих. Расчет степени эксплуатации на своих предприятиях. Расчет стоимости рабочей силы в своих регионах и включение в коллективные договоры схемы повышения... Доведения заработной платы до стоимости рабочей силы. А, да, вот схемы доведения заработной платы до стоимости рабочей силы.
А выше второй пункт разделить. Выше, да. Вы раньше, чем выше. Почему не выше? А. Александр Владимирович. А потому что еще никто и достойности не давал. Обратите внимание, первые защиты. Еще неизвестно, как мы доберемся. Может быть, еще какие-нибудь борьба. Ну, борьба еще как-то со стороны. Борьба это вот, мне кажется, самих участников. Борьба за продвижение проектов прогрессивных коллективных договоров. Ну, есть предложение принять проект повестки, рекомендовать проект повестки на следующее заседание Российского комитета рабочих. Кто за? Против? Воздержались? Принят. Проект повестки принят.